Дети читают стихи. Номинация «Я пишу стихи». Прокофьева Ульяна, 15 лет, МБУ Акбулакская СОШ номер 1 Акбулакского района Оренбургской области. Член литературно-творческой студии «Карусель». Стихотворение собственного сочинения. Письмо маме. Мама, забери меня домой. Я так устала взрослой быть, и сердце перестанет выть. Я так хочу побыть с тобой. Как красивы мамины глаза, как они правдивы и умны. Глянешь в них, увидишь свет луны, кори ободок, а в нем дрожит слеза. Милые морщинки в уголочках глаз, длинные ресницы, сколько силы! Ты не смотришь вдаль ныло, ты спасаешь нас не раз. Цените, дети, свою мать, она дает лишь мудрые советы, и в песне жизни добрые куплеты напишет, и из колен поможет встать. А я скажу, а в моей жизни взрослой точка. Ах, мама, забери меня домой, я так хочу побыть с тобой, твоя большая, маленькая дочка.